Я вчера, вот Андрей говорил тоже, вспомнил, знаете, так выехал по работе, пациента не было. Мне как-то, ну, нормально. Наверное, завтра придет. И еду, заехал в магазин, и такой, понимаете, когда ты живешь в семье, и видишь папу, маму, ты видишь процессы, ты сам взрослеешь, видишь, как родители выглядят, фотографии смотришь. Я смотрю сейчас на папу, на маму, я понимаю, что они не вечны. И такой, знаете, иду по магазину, думаю, такие мысли пошли, и маме думаю, что бы маме взять? Такой, смотрю, конфеты, так, знаете, с бантиком, все. Взял я ей, захожу, папа, приезжаю, папа говорит: Юра, мама спит, к ней не заходи. Ну, не знаю, может быть, он хотел, чтобы я ее не убедил, но я очень тихо прокрался к ней в комнату и конфеты эти положил так, прям почти перед ее лицом. У нее глаза закрыты, вот. Ну, в общем, она эти конфеты увидела, или, может, я ей напомнил как-то. Она очень была рада, молодежь. Вот, если вы никогда это не делали, сделайте так папе, маме. Это будет очень здорово. Потому что если Бог продлит жизнь, когда мы их увидим, я говорю, если не будет восхищения церкви уже лежащими в гробу, и так, мы вспомним, что мы что-то сделали. Вот эти конфеты, мамины глаза, это очень здорово. Поэтому давайте дорожить, и Бог этого очень хочет, чтобы это у нас умножалось в жизни. Это точно будет сила. Это любовь. Потому что крепкая семья – это крепкое государство, страна, город, церковь. Если развалено там все, мы сюда приходим, все, ну, оно сложно. Поэтому пусть Бог благословит действительно начинать с малого. Кто продолжает, тот понимает, о чем. Благодарите Бога, и пусть Бог благословит.